Олег, с голосом все в порядке? Полковник Васин! Очень приятно. Аквариум. Ну как? А? Окей. Я пришел сюда с помощью ног. Я пришел, чтобы опять восхититься совершенством железных дорог. Даже странно подумать, что раньше каждый шел, как хотел, а теперь паровоз, как месье, несет нас вперед по пути и скорее на дверь. Проводником просто как Джоконда, и питье у ней слаще, чем мёд. И она отвечает за качество шпалы, что никто никогда не умрёт. Между нами я знал и раньше, рядом с ней отдыхал и кисей. А теперь рассвет нежнее, чем ум по пути из камина в дверь. И музыка летит между в серым золотом тендере вместо угля душит Тургеневских дел. С трудом в чугунном окладе Бога избранных хочет проверить. Этот поезд летит, как апостольский чин по пути из Калинина в что моя речь невнятна, и я не аутентично одет. Я пришел, чтобы сделать приятно, и еще соблюсти свой одет. Если все хорошо, так и Бог с ним, но я один знаю, как открыть дверь. Если ты спросишь себя, нахрена мы летим по пути из Калинина в дверь.